Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Кстати, новый именно такой спортивный костюм для прогулок с ребенком, просто с мужем отправиться там по парку прогуляться или даже дойти до магазина, а почему бы не поехать на работу? Я очень люблю такие тоже спортивные мотивы. Но, знаете, устала от банальности, какие-то скучные предложения, то что-то в обтяжку, синтетика везде, жарко, да, в летний период. Ничего нет такого, знаете, оригинального. А сегодня я увидела костюм Феличи и понимаю, боже мой, моя мечта сбылась. И вот знаете, надев этот костюм, я себя чувствую не просто Светой Кошеренковой, да, а вот будто я иду по красной ковровой дорожке. Вау, я звезда, точно. Свет софита, все сверкает, все, вы знаете, оно вот, оно ко мне притягивается, и мне делают комплименты. И все это делает один комплект, один костюм Феличи сегодня. Света, ты выглядишь будто бы действительно звезда. Спасибо. Тебя костюм очень хорошо освежает, стройнит, и знаешь, глаз не оторвать, потому что он привлекает своим блеском. Ну, а как стилист я хочу отметить, что это очень выгодное приобретение. Ведь вы приобретаете сразу две вещи, при этом очень супер модные и трендовые. Это футболка вот с такой серебряной вставкой по передней полочке. Даже этот джемпер, у нас рукавчик 3/4. Вау! И посмотрите, брюки с лампасами, которые завершают образ и делают его более лаконичным. Импровизируйте, фантазируйте, носите. И черный, и белый костюм вместе с кедами, лоферами или же слепонами. Вы выглядите стройными, подтянутыми за счет свободного кроя нашей туники. Так, ну, не туники, а вот именно вот этого джемпера. И лампасы на брюках с высокой посадкой визуально удлиняют ваши ножки и делают вас визуально стройнее. Ну и комфорт ткани, в составе которой 70% того самого природного материала хлопка, это дыхание вашего тела и отсутствие парникового эффекта. Кстати, носим вещи вместе, а можно носить все по отдельности. Это выгодное вложение в ваш гардероб. Ну, послушайте, это действительно выгодное вложение. И как приятно, что сегодня мы находим яркий, стильный, модный костюм из натуральных материалов, который помогает нам дышать и делает нас настоящей звездой. И вот, знаете, вот согласись, Настя, надевая этот костюм, прям вот все, ты понимаешь, что весь мир у твоих ног. Вы посмотрите, сколько аксессуаров здесь у нас с вами представлено. И выбор мне нравится цветов. Черный и белый. Вот да, прям лаконичность, свет. Но такая модная. Вот я хочу как стилист отметить, так, что белый цвет освежит совершенно любой цветотип. Но также этот цвет очень хороший, идет блондинкам. Ну а более контрастным брюнеткам, шатенкам я рекомендую черный вариант. И также дополняйте разные аксессуары. Мне нравится вот эта поясная контрастная сумка красного цвета. Она придаст вашему образу еще более современного вида и омолодит. Я, кстати, хочу обратиться к нашим бабушкам и прабабушкам. Дорогие наши, именно в этом костюме вы будете выглядеть на пару десятков лет моложе. Чем старше вы, тем больше включайте в свой гардероб вот таких вот комфортных, но при этом очень по-европейски модных решений. Будьте модны, будьте самые стильные и самые зажигательные этим летом. Как приятно надеть красивый костюм и отправиться в нем на прогулку, отправиться в нем на работу. А представьте, вы уже дама элегантного возраста, с вами рядом идет ваш внук, а все даже не думают, что вы бабушка, дорогие женщины, потому что этот костюм нас молодит, и мы смело говорим, что мы сегодня девушка с большой буквы. Этот костюм вы смело можете приобретать размер в размер. Если вы хотите, чтобы он сидел посвободнее, забирайте на размер побольше. Свет, ну знаешь, помимо того, что яркий костюм, хочется все-таки сочетать в нем и комфорт, и удобство. А то порой, вы знаете, вспомните, надеваешь что-то красивое, такое яркое, так, и стоишь весь скованный, думаешь, господи, когда этот день закончится, чтобы снять. А здесь хочется в этом костюме оставаться, в нем хочется ходить, бегать, двигаться. Он невероятно комфортный. За счет чего, Света? Ну и плюс мы еще такие стройные. Да, вы выглядите стройно. Я расскажу вам про детали. В первую очередь мне нравится высокая посадка брюк, которая хорошо сядет на вашей фигуре. И у нас в поясе эластичная лента.
ни одной застежки. Все очень комфортно, все для вашего стройнящего силуэта. Ну и, конечно же, прямой крой брюк работают визуально на вытягивание вашего силуэта. И, конечно же, лампасы. Они делают свое дело. Это дополнительная вертикаль на каждой ножке, которая визуально делает ножки стройнее. Ну и, конечно же, мне нравится, что ткань у нас тоже эластичная, а значит, что брюки подстроятся легко совершенно под любой тип фигуры. И помним, что это 70% хлопка. Это дыхание ваших ножек, вашего тела. И мне нравится, что также у нас свободного кроя и наша блуза, которая вообще не сковывает движение ни в зоне груди, ни в зоне рук. Кстати, смотрите, рукавчик 3/4 и приспущенное плечо. Да, посмотрите, какой хороший запас ткани под мышкой. Это значит, что именно этот костюм легко вам подойдет, какими бы параметрами вы не обладали. Ну а черный цвет обладает еще большим стройнящим эффектом, а белый освежает. Рекомендую брать сразу два. И, кстати, можете миксовать. Например, белые брюки сочетать с черной блузой и наоборот. То есть ты приобретаешь два комплекта, а обогащаешь свой гардероб в разы. Пожалуйста, и также носите брюки с другими видами плечевой одежды, с футболкой Париж или же Бангкок. Радуйте себя, все работает для того, чтобы вам было комфортно и выглядели вы современно. Сегодня мы говорим, конечно же, о комфорте. Ну а в комфорте, естественно, мы хотим найти и красоту, и в костюме Феличе мы ее находим. Вы посмотрите, модные стильные лампасы, модные стильные блестящие вставки на блузе, все это делает вас модной, красивой, стильной, а главное, убирает возраст из вашего паспорта. Сколько вам сегодня? 50, 45, 35, минус 5 лет как минимум от вашего возраста, и на вас все обращают внимание. Невероятно комфортный хлопок, все дышит, дорогие дамы, свободно, мы можем с вами парить, как птицы. Кстати, Свет, у нас остается буквально 30 секундочек, чтобы наши женщины успели сделать заказ. А вот эти серебряные вставки, это вообще что? Это рисунок какой-то, голография какая-то, или что это такое? Знаешь, ну, во-первых, мы с тобой помним, что они несут как раз-таки нотку того самого модного стиля спорт-шик, но при этом очень грамотные инновационные технологии позволяют сделать лазерное напыление, это отдельная вставка из дополнительной ткани, при этом наша эта серебряная вставка, она эластичная, то есть она подстроится, не сковывает движение. Но я вот хочу продемонстрировать, что действительно хорошо тянется наша вставка, она вшита сюда, и при этом я хочу потереть и показать вам, что этот блеск надежный, то есть это значит, что смело стирайте в стиральной машинке, и эти серебряные вставки будут радовать вас своим блеском и привлекать внимание всех окружающих.